Всем привет! Сегодня 11 октября, очередная посылка, очередная, я бы даже сказал, мгновенная, молниеносная посылка от GearBest. Заказывал я ее 7 дней назад, доставили опять, бесплатная доставка, опять доставили новой почтой. Заказывал я наушники Xiaomi Piston Basic Edition и Xiaomi Piston Colorful Starter. То есть две версии. Первая версия $4.89 стоила, вторая $5.39. Я воспользовался поинтами, и мне общая посылка обошлась $7.20, то есть $3.20 за одни наушники. Посмотрим, что внутри тестируемого. Смотрим, запаковано все хорошо, наушники 7 дней, ну я до сих пор умиляюсь как-то со скорости доставки, 7 дней за бесплатную доставку. Причем на GearBest можно выбрать 15-30 дней и 7-12 дней. Так, накладная идет, смотрим, Original Piston Colorful Starter Earphone и Original Xiaomi Piston Colorful Basic Edition. Цен здесь нет, к сожалению. Ну, я прилеплю скриншот заказа. Идут они вот таких вот красивых коробочках. Сейчас мы разберемся. То есть немножко затерлась коробочка. Видно, нет. Так. Вот, ну сейчас посмотрим, как они выглядят. Одни я заказал себе, вторые для жены. Посмотрим. Если честно, я даже на телефоне еще музыку не слушал, но залил один там трек какой-то специально для того, чтобы проверить. Вот в коробочке открываю. Как разобраться в них, какой edition, кто, непонятно. Так, вот идут резиночки, запаянные в пакете. Пока их открывать не будем. Это уплотнители в ухо, ну, одеваются на наушники для более плотного. Вот так вот выглядит нашивочка Mi. Ну, похоже на оригинал. Вот идет код. Видно, нет. Эти идут плоские. Это у нас получается, скорее всего, Colorful Starter. Вот. В ухе сидят удобно. Давайте сразу их откроем. То есть мы, ну, если вы знаете, заказали жене Mi 4C, мне Redmi 3S, и теперь же мы хотим наушнички. Вот, у меня чехольчик второй, вы видели, он немного больше, чем этот, и узкая дырочка. О, круто, воткнули. Гарнитура. И вот здесь мы можем найти Mi наушники, Mi вкладыши, Mi Piston 1, Mi Piston 2, стандартная версия, молодежное издание, то есть здесь можно выбрать все, Mi In-Ear Pro. Это у нас Piston Colorful Starter, то есть мы ищем Mi Piston. Вот, наверное, вот это вот стандартная версия, наверное. Здесь есть Mi Piston 1, Mi Piston 2, но на картинке нарисованы совсем другие. Вот эти вот больше похожи на мои. Давайте их выберем. Вставил в ухо один наушник. Теперь где бы нам найти музыку? Когда пытаюсь громче сделать звук, пишет установить громче рекомендуемого. Реально вот так это выглядит. Вот, звук очень хороший. Я не знаю, вряд ли это. Так вообще не слышно. Но если два наушника в ушах, такое ощущение, как будто ты в оперном зале, реально. Ого! Не знаю, не слышно, наверное. Очень круто. Действительно, очень круто.
да, звук погружения такой, очень круто. Давайте сейчас откроем вторые наушники, посмотрим, послушаем их. Очень жаль, что вы не слышите этого. Действительно, ну, действительно звук очень крутой. Я поставил мелодию, не знаю какая, просто музыка из какого-то саундтрека, ну саундтрек из какого-то фильма, но очень-очень такие насыщенные звук. То есть обычные наушники у меня сейчас, обычные вкладыши от компании Ergo, самые дешевые я покупал, там, не знаю, около 20 гривен стоили они. Ну, у нас в магазине покупал, потому что сломались наушники, нужно было заменить звук, ну, не ровень вообще, здесь просто класс. Эти вторые идут вот такой, это у нас Piston Basic Edition, тоже запаянные вкладыши, но здесь их 4 штучки, вот, наверное, отличается, здесь 6, то есть 2 на резинке на самих наушниках, вот они, кстати, вот так выглядят поблизости. Есть обозначение правое, левое, вот, и 6 резиночек. Здесь идет 4 резиночки. Давайте, я не знаю, подношу к экрану так. Вот, здесь прозрачненьким, вот так оно как-то воткнуто все. Давайте, как его аккуратненько разлепить. Склеена здесь посерьезнее пленочка такая. Вот, эти наушники 4,89, те 5,39. Но, используя купоны, я заплатил за все $7.20. Так, ну реально очень круто, очень крутой звук. Так, эти сразу запутались. То есть, явно они пойдут жене. Вот, тоже наклеечка, тоже проверить можно на сайт, ссылка, да. Такой вот джек тоненький тоже. Все практически то же самое, но единственное, они немного такие. Кстати, они тоже круто выглядят. Сделаны такие серебристые, и они металлические здесь. Здесь пластик, а здесь металл идет. Ну, давайте послушаем, что в этих. Кстати, здесь... Так, левая наоборот, не так вставляем. Вот так это выглядит. Видно, нет уха. Вот. Давайте посмотрим. Очень круто. Да, действительно, очень круто. Очень крутой звук, очень такое насыщенное звучание. Ты как будто сидишь там либо в кинотеатре, либо там в 3D. Ну, очень-очень приятный звук. Вот так оно это все выглядит у нас. Скорее всего, я еще поиграюсь. Скорее всего, вот эти я себе оставлю. Вот. Ну, реально, очень крутое звучание. Это магазин GearBest. Ссылки будут в описании. Подписывайтесь, ставьте лайк или дизлайк. Скоро еще будет приходить очень много. Я опять с GearBest буду заказывать там батарею, фонарик. Потому что, ну, реально, очень быстро приходит все. И почему бы этим не воспользоваться. Все, всем спасибо за внимание. Подписывайтесь, делитесь видео с друзьями, комментируйте. Всем пока, удачной недели!